Не ответишь? Джингис, что ты делаешь вечером? Есть одно дело. Ты справишься один? Или тебе некому помочь? Ты же знаешь, я работаю один. Да, да, да. Хочешь вечером прийти на игру? Что за игра? Без вмешательства. Ты и я. Реванш. Увидимся вечером. Что случилось? Они проглотили наживку. Они на крючке. Молодец, Шибнем. Ты хорошо поработала. Начальник, я чуть не попалась. Попалась? Ты молодец, Шивнем. Хорошая работа. Камиль, дядя не звонил? Ну что ж, раз они хотят видеть Эзель, дадим им Эзель. Я схожу за машиной. Эзель. Ты бросаешься в огонь, племянник. В огонь. Ты в ответе не только за свою жизнь. Мы доверили тебе свои жизни. Я принял решение, дядя. Если ты хочешь остаться в стороне, тебе лучше знать. Довольно. Не рисуйся передо мной. Я не собираюсь с тобой в слова играть. Я называю тебя племянником, но ты мой сын. Сын! Спасибо. Но я сам справлюсь. Ты так думаешь, но не справишься, племянник. Они уже заподозрили тебя. Ты воспользовался их сомнением, поступил умно. Но нужно больше. Чтобы они забыли о своих сомнениях, мало того, что ты успешен. Надо испортить им удовольствие. Как? Мы хотим, чтобы они начали работать с тобой. Тогда придется немного остудить их пыл в их бизнесе. Дядя, как? Ты поспешил, племянник. Привлек к себе много внимания. Ты не дождался, пока все не уляжется. Теперь придется применить к ним грубую силу. Понимаешь? Ты постоянно говорил, никакого оружия. Не вмешивайся в это. Пусть это будет моим бременем. Дядя... Ладно, племянник, на сегодня достаточно. Ах, да. Держи, чуть не забыл отдать тебе часы. Они отставали, я исправил. Будь внимателен. Проверь часы в полночь еще раз. Хорошо, сынок? Хорошо.